Всем здравствуйте, это «Международные новости» и с вами Инесса Буланкова. Я и мои коллеги подготовили подробный обзор событий, чтобы вы узнали обо всем первыми. Новости ТБН – это самые свежие известия, захватывающие сюжеты и эксклюзивные интервью от наших корреспондентов во всем мире. Мы подаем оперативный анализ актуальных событий и самую горячую информацию. Ориентируемся на позитивные новости в России и мире. Освещаем дела благотворительности и милосердия. На нашей информационной ленте нет и не будет криминальных новостей. Смотрите нас в эфире, на сайте и в социальных сетях.